Главное в каждом деле – это команда. От людей зависит все. И чем лучше у них отношения, тем более слаженной и эффективной будет работа в компании. Командный дух – вот что делает группу разрозненных людей слаженным коллективом. Меня зовут Никита Макаров, я телеведущий, и я провожу корпоративные мероприятия с 2005 года. Я проводил и небольшие выезды топ-менеджеров, таких компаний, как «Азбука вкуса», «X5 Retail Group», на 10-15 человек, но я проводил и огромные корпоративные мероприятия на 1000 и более человек для таких компаний, как GTI, Schlumberger, Mail.ru Group и многие-многие другие. Команда – это тонкий организм, требующий постоянной настройки. Я работал как с компаниями, которые строили коллектив с нуля, так и с теми компаниями, в которых команда насчитывает внушительную историю. В двух этих случаях роль ведущего и его цели и задачи абсолютно разные. Корпоративы на свежем воздухе, сплавы на рафтах летом, пейнтбол зимой, зимние забавы, тропический остров, необитаемый для проведения последнего героя для топ-менеджеров вашей компании, новогодние вечеринки для таких компаний, как Audi, VDNH, Schlumberger и многое-многое другое. Я обожаю сложные проекты. Мне очень нравится, когда мы с вами можем создать что-то новое, уникальное. И при этом это не только поминутный сценарий, но это еще и новая стратегия развития вашего коллектива. При этом самое главное – это правильно выбрать ведущего. Ведь ведущий – это лицо и голос вашего мероприятия. Это тот человек, за которым идут. Если вы ищете высококвалифицированного ведущего для вашего уникального проекта, если вы ищете человека, которому вы сможете доверить самое важное в жизни вашей компании мероприятия, обращайтесь. Я с удовольствием поработаю с вами.